Посольство Республики Таджикистан в России сообщает, что приступает к поэтапному плану возвращения своих граждан, оказавшихся за границей в связи с пандемией COVID-19, сообщает посольство на своей странице в Facebook. Отмечается, что возвращение мигрантов на родину будет производиться как воздушным, так и наземным путем. На первом этапе вывоза граждан из России будут возвращены в Таджикистан те люди, которые в течение последних 3 месяцев оказались в центрах временного содержания иностранных граждан. Так, уже на этой неделе по согласованию с российскими ведомствами, все мигранты, оставшиеся в подобных социальных центрах, вернутся к себе в страну. Что касается возвращения остальных граждан Таджикистана, пребывающих на территории России, то этот вопрос в настоящее время находится на рассмотрении Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Душанбе. Поэтапный процесс возвращения граждан из-за рубежа напрямую зависит от создания необходимых условий, в том числе наличия соответствующих мест для карантина или медицинского наблюдения в Таджикистане. Посольство Таджикистана в России также просит соотечественников регулярно следить за информацией об авиарейсах. Посольство информирует, что при возникновении дополнительных вопросов необходимо непосредственно обращаться в Генеральное консульство Таджикистана в России по телефонам, указанным на официальном сайте. Дорогие друзья, пожалуйста, поддерживайте наш канал лайками и комментариями. Подписывайтесь на наш YouTube канал и будьте всегда в курсе последних событий в Таджикистане и мире.